еще раз его посадим. Давай, садись ему ручкой, помаши, помаши ручкой. Олег, расскажи, пожалуйста, что это такое вообще? Это у нас сделано для того, чтобы посетители, которые приходят с маленькими детьми, которым очень будет трудно играть на айпадах или на каких-либо наших консолях, они смогут покувыркаться здесь, в нашем бассейне, шариками и получить от этого удовольствие. Помимо этого, мы планируем поставить здесь горку для детей и еще какие-нибудь различные школы. Например, школа художников. А надувной бассейн, что-нибудь такое будет? Надувной бассейн будет, это все есть в планах. В смысле, это надувной бассейн, но живая вода там будет настоящая? А живая вода будет только летом. Да? Так что ждите летом. Так что зима не будет. Еще такой вопрос. Я могу там покупаться? К сожалению, нет, только для детей. А какой предел? Возраста? Возраста? До 3-4 лет. Блин, не совсем маленький. Не, не прошел. Я тебе удостоверение покажу. Хорошо, удостоверение. Тогда увидимся у нас в Next и... Приходите без удостоверения, я вам поверю. Что еще нового появилось? Что еще такое интересное? Можешь рассказать, показать. Не знаю, там. Что какую-нибудь фишку такую. Фишку? Ну, твистер, твистер все любят. Привет. Твистер у нас появилась твистеромания. Твистеромания. У нас стало очень много людей приходить, чтобы просто поиграть в твистер. Потому что они уже начали от этого сходить с ума. Они уже не могут без твистера. Сегодня, например, я выложил фотографии в нашей группе ВКонтакте, в Фейсбуке. Там были новые игроки. Как говорится, полков у нас прибыл. Новая фишка, скорее всего, у нас будет, знаете, какая? Какая? Здесь новая фишка. Вот это тумба. Тумба. Раньше, как помните, из фотографий и тому подобное, мы все чемпионаты на айпадах проводили на красных стульях. Но мы отошли от темы, у нас теперь есть специальная тумба. Next. Ух ты! Welcome to the future! Кстати, скажу тебе один секрет. Мы были как-то на выставке вакансий, на ярмарке вакансий, и у нас был вот этот фиолетовый стенд вместе с этой тумбой, и вот этот цвет очень завлекает людей, особенно блондинок. Они просто вау! Поэтому я стою на айпадах. Блондинки, я вас жду. Так что приходите. Ну, приходите. Давай. Передавай привет маме. Мам, пап, привет. Я вас очень сильно люблю. Спасибо за все. Next, спасибо, что вы есть. Я никогда не думал, что говоря об этом Next, я буду... Нет, проследился. Пожалуйста, снимайте, пожалуйста. Ладно, мы вернемся в Next. Next, welcome to the future. И, собственно, хотите покупаться в шариках, приходите к нам, хотите увидеть эту супер-тумбу, вот эту вот фиолетовенькую, то тоже приходите к нам. До скорых встреч.